Я Николай Скалов. Сегодня мы с вами посмотрим небольшой урок с экстолями на основе ля-минорной гармонической гаммы. Чем он отличается от обычного минора? То есть есть натуральный вид минора, есть мелодический, есть гармонический. Натуральный вид минора – обычный. Гармонический минор у нас – седьмая повышенная ступень. Гармонический минор у нас – седьмая повышенная ступень. Итак, значит, попробуем разобрать сам пассаж. Пассаж достаточно теоретически достаточно просто построен. Здесь всего лишь мы взяли 6 нот от гаммы ля минора и попробовали просто их поиграть в разных октавах. Значит, первый ход мы с вами сделаем. Это первая струна у нас получается рабочие лады. 10, 12, 13. Все просто. И движение у нас идет с секстолью по 6 нот. Раз, два, три, раз, два, три. Та-ра-та-та-та-та, та-ра-та-та-та-та. Вот, чтобы у вас движение само было достаточно плотным, достаточно четким и ровным, постарайтесь выделить первую долю в самой четверти у нас 6 нот. Как их сделать так, чтобы... Мизинца еще одного. То есть 6 нот. Чтобы у нас получилось ровное вот это движение, постарайтесь сделать каждую акцент на первую долю, и на четвертую долю. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот та-ра-та-та-та-та, та-ра-та-та-та-та. Это вы формируете ваши удары. Они у вас будут гораздо четче, чем если вы этого не будете делать. Значит, дальше попробуем сыграть. Значит, каждую фразочку у вас играется по одному разу. Раз. Само движение, как у нас с вами идет, давайте посмотрим. Значит, здесь у нас 13, 10, 12, 13, 12, 10. Вот, записали. Теперь дальше идет второй ход на второй струне. Тот же самый принцип работы пальцев, только лады немножко другие. Будет 12, рабочие лады 9, 10, 12. И запишем с вами звуки. Получается 12, 9, 10, 12, 10, 9. Это у нас с вами получился блок. Блок из двух струн. Первая струна и вторая струна. Теперь вот этот блок мы с вами попробуем отыграть сейчас на третьей струне, но только на октаву ниже. Это получается, представим, что третья струна 10 лад, это как будто бы у нас первая струна 13 лада. И, соответственно, четвертая струна у нас тоже с вами будет как будто бы как вторая струна. И у нас получается такой ход здесь тоже будет. Потом мы уходим мизинчиком наискосок в девятый лад. И то же самое здесь играем. Обратите внимание, что вы должны выделять на каждой струне делать два акцента. Первый акцент у вас идет, первые три нотки возьмем, у нас идет удар вниз. Вторые три нотки идет акцент вверх. Конечно, не настолько утрированно его делать, но если вы медленно это делаете, то лучше, наверное, все-таки сделать так, чтобы у вас мышечная память привыкала к ровности. Та-т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 а. Вот, значит, дальше мы с вами идем. Значит, это мы с вами уже сыграли. Это уже у нас получается два блока мы сыграли. Теперь играем, попробуем следующий блок. Третий блок. Мы его играем, как вы уже догадались, в третий, уже еще ниже октавы. То есть это получается пятая струна, седьмой лад, рабочие лады 5, 7, 8. Здесь мы с вами играем тот же самый принцип. То есть начинаем мы играть с восьмого лада мизинца. 8, 5, 7, 8, 7, 5. И последний, уходим на шестую струну. Здесь мы играем с вами лады рабочие 4, 5, 7. Начинаем с седьмого лада, четвертый, пятый. Седьмой, пятый, четвертый. Получается. Вот, то есть старайтесь именно выделять так-а-так-а-так-а-так-а-так, чтобы у вас была четкость, чтобы не было такого. То есть каша, чтобы не было, чтобы было понятно. То есть можно для более такого резкого звука, можно сделать, поставить хамбакер, чтобы более такой четкий звук был на басах. Итак, и у нас получается с вами три
блока. Первый блок на первой струне. Второй блок на третьей струне. И третий блок на пятой струне. И после этого мы с вами можем двигаться также назад. И заканчиваем нотой ми. То есть это первая струна, 12 лад. Упражнение очень сильно координирует ваше внимание. Особенно если вы этот ход будете играть не вот так, как мы сейчас с вами сделали, по 6 нот, а по 3 ноты на каждой струне. То есть это получается у нас рабочие ноты, мы с вами уже знаем, какие на каждой струне. И что мы можем сделать? Играем на каждой струне свои ноты. Например, на первой струне у нас какие ноты? 10, 12, 13. Там получается ре, ми, фа. Все, отыграли. То есть 13, 12, 10 мы сыграли, и все. Дальше переходим сразу же на вторую струну. Это получается 12, 10, 9. То есть получается си, ля, соль, диез. Тоже своеобразный блок получился. Можем его покрутить задом, то есть туда-обратно. То есть, например, здесь уже у нас получается, то есть у нас сильные ноли приходят с вами на мизинец. То есть, если вы хотите именно поиграть вот этот участок, например, вот эти ноты, то у нас получается здесь с вами некий такой фраза из 10 нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, и опять снова сюда. Вот, это если по кругу делать. Если мы по кругу с вами не будем делать, а будем двигаться дальше, то... будем все эти блоки проходить дальше, то получается обычно сексоль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в сильную долю пришли. Либо же, если мы опять-таки же будем сами это играть по кругу, что получается... Вот. То тогда четвертый лад мы с вами продублируем еще разочек, то есть чтобы сильную долю выделить. То есть получается раз, два, три. Теперь отсюда. Четыре. Раз, два. Приходим с вами в ми. Надеюсь, что этот пассаж вам пойдет на пользу. Пользуйтесь, занимайтесь, учите и будьте виртуозами. Пока.